Смотрим, как забивались мячи в этом матче. И вот первый гол. Ворота Кидзиаба. Доре. Доре Ферибори открыл счет в этом матче. На 55-й минуте. Сыграл на опережение и после штрафного вогнал мяч в сетку ворот Мутеба Кидзиаба. Ну а дальше отвратительная игра в обороне. Передача от защитника прямо на ногу игроку игроку Конго. Тот же Ферибори не смог забить, но потом за него это сделал Кулоса Бифума. И это была 62-я минута. Но не прошло и 3 минут, как отыгралась команда ДР Конго Мбокани после паса Боласи с близкого расстояния. Забивает первый ответный мяч. И счет становится 2-1. Ну и пожалуйста, вот Бакила бьет по воротам. Вторая попытка Бакила, и тут уже он точен. 2-2. Ничейный результат. ДР Конго на подъеме. И спустя некоторое время уже вперед выйдет команда ДР Конго. Мбокани, кстати, становится лучшим бомбардиром турнира. Но пока мы смотрим гол Мпела. А для Мбокани это получается уже 4-й гол на турнире. И 4-й же, кстати, был сегодня для Бифума. Но Бифума-то уже завершил выступление на Кубке Африканских наций. Так что сегодня у нас... Один раз забивал Бифума, и 2 раза отличился Мбокани. Вот как раз его 2-й гол и 4-й гол ДР Конго в матче. Уже в компенсированное время победа Демократической Республики Конго.